Одна неделя осталась до начала летней оздоровительной кампании 2013 года в Омской области. В детских лагерях завершается подготовка материально-технической базы, начинается их приемка надзорными органами, заканчивается медицинский осмотр и вакцинация персонала, реализуются путевки. Об этом министру по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Антону Чешукину доложили члены областной межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних. На заседании в режиме видеоконференции, которое прошло в ситуационном центре правительства Омской области, также присутствовали главы муниципальных районов и члены районных межведомственных комиссий. На повестке дня у нас один вопрос. Это о завершении подготовки к летней оздоровительной кампании детей и задачах по выполнению распоряжения правительства Омской области от 27 февраля 2013 года, об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в 2013 году. С марта по май нынешнего года региональным министерством по делам молодежи были подготовлены и приняты необходимые нормативные правовые документы, утверждены порядок и план организации и обеспечения отдыха, проведены инструктивные семинары с организаторами детского досуга и оздоровления. Со стороны нашего министерства проведен комплекс организационных мероприятий. Проведено собеседование с заместителями глав муниципальных районов по итогам заявочной кампании, на основании которой подготовлен план отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних. Организован конкурс по закупу путевок в оздоровительные учреждения различных типов. Заключено 236 государственных контрактов на общую сумму 189 215 110 рублей, что составляет 100% от запланированного. Главная задача летней оздоровительной кампании – обеспечить максимальное количество детей, не менее 212 тысяч, организованными формами оздоровления, отдыха и занятости, и обеспечение их безопасного пребывания в детских оздоровительных лагерях.